Здравствуйте, в студии Анна Захарова. И сейчас 5-й по счету месяц. Кто-то утверждает, что 5 его счастливое число, кто-то говорит, что 3. А я уверяю, что самое позитивное число – это 12. Поэтому у меня для вас 12 знаков зодиака. Начинаем наш аспрогноз. В мае этого года Плутон будет находиться в знаке зодиака Козерог. В связи с этим некоторые люди проявят качество грамотного руководителя и смогут взять на себя ответственность за многие судьбы. Поэтому, преподаватели, не будьте слишком строги, ведь отчасти наши судьбы и в ваших руках тоже. Май 2016 года станет началом нового жизненного пути для овнов. В начале месяца их будут ждать неприятности как на работе, так и в личной жизни. Но, пожалуйста, не думайте, что из-за этого весь месяц пойдет наперекосяк. В конце вы сможете с легкостью выйти даже из самой сложной ситуации и одержать победу во всех сферах жизни. Что может быть для человека лучше, чем всепоглощающее ощущение счастья? Именно это чувство будут испытывать тельцы на протяжении всего месяца в результате общения со своими родными и близкими людьми. Родные люди окажут на вас большое положительное влияние и помогут справиться с напряжением. Ведь в мае нужно защищать курсовую работу, не забывайте об этом. Представители знака зодиака Близнецы смогут тщательно спланировать свою деятельность. У них получится закрыть все долги по учебе, и они с чувством полного удовлетворения пойдут на летние каникулы. Ракам в мае нужно будет задуматься о том, как провести свое время с пользой. Не нужно браться за несколько дел сразу, ведь двух зайцев вы точно не убьете. Составьте список того, что вам нужно сделать, и четко следуйте ему. На львов в мае словно снег на голову свалится проблемы с учебой. Но не нужно грустно говорить, сколько всего нужно сделать, я точно ничего не успею. Нужно думать, сколько всего интересного еще предстоит сделать. Помните, ваш успех зависит от вашего настроя. Девы, все совпадения не случайны, помните об этом. Прислушайтесь к своей интуиции, ведь в мае вам предстоит принять несколько очень важных решений. И шестое чувство подскажет вам правильную дорогу. Для весов май будет одним из самых удачных месяцев 2016 года. Они смогут решить все свои проблемы, не прилагая особых усилий. Все бы хорошо, но есть одно но. Весы совсем забыли, что есть такой предмет, как физкультура. Остался последний учебный месяц. Дерзайте! В мае 2016 года внутреннее состояние скорпионов требует приобщения к красоте и эстетике. Для этого лучше всего подойдет участие в каких-то культурных мероприятиях. Берите своих сокурсников и бегом на выставку. Стрелец в этом месяце не сидит без дела, а дел у него хватает. Вам придется крутиться как белка в колесе, чтобы все успеть. Но в конце месяца вы получите приятный подарок в качестве вознаграждения за проделанную работу. Козероги, ваше чувство юмора – это отличное качество, однако в мае нужно включить всю свою серьезность, ведь близится сессия, и нужно подойти к ней ответственно. Иногда для достижения какой-либо цели не хватает мотивирующих факторов. Водолеи видят, куда они хотят идти, но то и дело теряют дорогу под ногами, ведущую к цели. Не забывайте, ради чего вы хотите достичь желаемого результата, и тогда идти будет проще. У рыб в этом месяце возможны проблемы со сном. Вероятно, из-за учебы вы сбили свой график и постоянно ходите уставшими. Ложитесь спать в одно и то же время, и тогда у вас появится много сил для того, чтобы успешно завершить этот трудный месяц май. Так, май – это последний учебный месяц. Больше нет возможности откладывать все важные дела на потом. Нужно собрать всю свою волю в кулак и доказать всем, а главное самому себе, что вы можете все. Это был Аспрогноз. До встречи!